Здравствуйте, господин Шевчук. У вас есть минуточка. Какой цель вашего визита? Частный визит. Частный визит. А встреча будет у вас как с политическими официальными лицами? Частный визит. Хотели спросить, как вы прокомментируете решение Европейского суда в случае Вадима Писарева? Приднестровье, к сожалению, не было участником этого судебного заседания. При всем при этом инцидент был печальный, с одной стороны. С другой стороны, зона безопасности имеет соответствующий режим. Нарушать этот режим не стоит, в связи с тем, что режим обеспечивается вооруженными сотрудниками миротворческих сил и подразделениями Министерства обороны Приднестровья, Министерства обороны внутренних дел Румынии, не Румынии, Молдавии. Хотя это вообще одно и то же уже, или нет? И российскими войсками. Поэтому есть зона безопасности, если серьезно, то в зоне безопасности есть соответствующий режим, его надо соблюдать. Вот, к сожалению, то, что произошло, это, конечно, печальный инцидент, но нетрезвым ездить, сбивать шлагбаум у миротворца, это тоже не совсем то, что обеспечивает безопасность. Они призваны для того, чтобы обеспечить безопасность и разделяют противоборствующие стороны, выполняют свои соответствующие функции. Если мы сейчас с вами начнем садиться пьяные за руль и ездить, сбивать шлагбаумы где-то, наверное, это не будет соответствовать тому порядку, который установлен в зоне безопасности. Все-таки по вашему визиту в Москве не хотите ничего добавить? Я сказал, частный визит. Уважаемый. Вы в отпуске где-то? Я прокомментировал ваш вопрос соответствующим ответом.